Продолжение сегодня получил скандал вокруг Марии Шараповой. Титулованная теннисистка, выступающая под флагом России, с 2007 года является послом доброй воли ООН и основное внимание уделяла помощи регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь, как пишет газета «Гардиан», Организация Объединенных Наций приостанавливает сотрудничество с Шараповой, которая неделю назад призналась в употреблении препарата, теперь запрещенного антидопинговым агентством. По словам представителя ООН, организация благодарна спортсменке за помощь, но, по крайней мере, на время расследования почетного звания ее, по сути, лишили. Ранее от Шарапова отвернулись некоторые рекламодатели, другие же, напротив, поддержали теннисистку в трудный для нее момент.